Здравствуйте, уважаемые зрители. После показа нескольких моих фильмов из цикла «Игры богов», особенно после фильма «Правильное образование», я получил от вас много добрых писем и звонков. Сериал «Игры богов» — это не коммерческий проект. Это проект культурный. Потому ваша поддержка — это тоже вклад в культуру. Благодарю вас за поддержку. Недавно, гуляя по городу, я обратил внимание на рекламный штендер рядом с книжным магазином. На нем было написано... Я не поверил своим глазам. На нем было написано «Читать модно». Я проанализировал этот наивный рекламный трюк и увидел, что это достаточно громкий звоночек для нас с вами. Поэтому предлагаю продолжить наше путешествие к истокам русской культуры в серии с названием «Правильное образование». Образование является частью культуры, давайте проясним значение слова «культура». Современные словари предлагают множество толкований. Там есть культура растений, животных, там есть культура человека и культура общества, как совокупность достижений, там даже есть культура бактерий. Но там нет толкования самого слова «культура», его базового значения. Эту задачу можно решить, обратившись к первоисточнику – славяно-арийским ведам, самому древнему священному наследию наших предков. Культ – это почитание и следование чему-либо. Ра – свет истины Всевышнего, правда. Таким образом, культура – это почитание правды или жизнь по правилам, установленным правью, богами. А вот еще одна характеристика значения этого слова. Культура или кола-тор, где кола – это круг, а тор – движение. То есть движение по кругу или постоянство, например, вращение электрона вокруг ядра атома. Культура – это упорядоченная система, и основа существования любой культуры – самосохранение. То есть способность носителей культуры иметь доступ к первоначальному образу, эталону, и способность передавать этот образ без искажений. Если эти способности утрачиваются, культура вырождается. Здесь будет уместно процитировать философа Ницше, который утверждает, что человек будущего – это тот, у которого самая длинная память. Чтобы мы не остались без памяти и уверенно смотрели в будущее, наши предки оставили для нас коляды дар, который мы бесцеремонно переименовали в календарь. Быть может, просто для удобства пользования? В настоящее время мы пользуемся датировкой лет от Рождества Христова и Григорианским календарем. Не забыт и юлианский календарь, так называемый «старый стиль». Ежегодно в январе мы вспоминаем о нем, когда отмечаем Старый Новый Год.
Также средства массовой информации заботливо напоминают о смене лет по китайскому, японскому, тайскому и прочих календарях. Безусловно, это расширяет наш кругозор. И чтобы он стал еще шире, давайте прикоснемся к древнейшей традиции летоисчисления славянских народов, доарийскому круголету числа Бога, по которому каких-то 300 лет назад жили наши прапрадедушки. Повсеместное использование русского календаря прекратилось по указу Петра I. Воспитанный иностранцами царь ввел на территории Руси новый, чужой календарь и повелел в ночь на 1 января праздновать наступление 1700 года от Рождества Христова, в то время как на Руси шло лето 7208 от сотворения мира в звездном храме. Почему политики заинтересованы во внедрении вот этих вот новых понятий? Тайна очень простая. То есть в истории человечества происходило несколько раз большие перевороты, ну, политические или экономические, передел мира, войны и всякие катаклизмы, которые были раньше, да, они приводили к тому, что власть получали другие группы людей. И каждая новая группа людей была заинтересована в том, чтобы внедрить свое миропонимание, свое представление об этом. И таким образом это внедрялось в общение. Сотворение мира состоялось в 5508 году до Рождества Христова и буквально означает подписание мирного договора после победы державы великой расы России над империей великого дракона Китая. Символическое изображение всадника на белом коне, поражающего копьем дракона, известное по христианской традиции как Георгий Победоносец, на самом деле символизирует как раз эту победу славяно-арийских народов. Хронологическое нововведение явилось реверансом Петра I перед Западом и воровством 5500 лет истории у славяно-арийской культуры. Летоисчисление расы славян и ариев имеет древнюю традицию и насчитывает миллионы земных лет. К примеру, 2005 год в славяно-арийских ведах датируется как лето 7513 от сотворения мира в звездном храме. Или лето 13013 от великого похолодания. Или лето 106783 от основания Асгарда Ирийского, нынешнего Омска. Или лето 604379 от времени трех солнц и так далее. Для того, чтобы понять, какими величинами оперировали наши предки, достаточно привести простой пример. Одна из самых малых частиц времени у славяно-арийских народов называлась Сиг. Изображалась она руной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое определяется как один сиг. Чему же равен один сиг в современных единицах времени? Ответ заставляет задуматься любого. В одной секунде содержится 300 244 992 сига. А один сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Зачем же нашим предкам нужны были такие малые величины? Ответ прост – для измерений используемых процессов. Извините, а гравицапа – это что? Ну, гравицапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. Ребят, как же твой без гравицапа пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. У нас была гравицап, но когда мы сюда прилетели, ее свистнули. Да. Если отрешиться от традиционного подхода в области изучения нашего наследия, то можно прийти к совершенно неожиданным выводам. Можно совершенно точно утверждать, что существовали очаги цивилизаций, которые обладали порой способностями, превосходящими современный уровень. Человек – сложное, многомерное существо, и рассматривать его как просто биологический вид не рискнет сегодня даже школьник. Человек – явление культурное.
Если беспристрастно и в правильной последовательности проанализировать события на нашей планете, можно обнаружить общую закономерность. Лучшие времена человечества связаны с возрождением культуры, а худшие – с развитием цивилизации. В основе лежит что? Именно гуманитарный цикл. Вот именно гуманитарный цикл, который прежде всего направлен на духовное постижение, а через это на свое личное, собственное «я», позволяет потом уже выходить на какие-то профильные, специфические уровни знаний. Но, к сожалению, вот этот пласт у нас сейчас находится в роли Золушки. В современном мире слова «культура» и «цивилизация» часто используются как синонимы, но это разные понятия. Давайте разберемся в этом подробнее. Слово «цивилизация» имеет западное происхождение. Словарь отсылает нас к латинскому «civilis», подобающий гражданину, изначально горожанину, учтивый, приветливый, вежливый. Этим определяются всего лишь этикетские нормы поведения человека, а не его действительные этические свойства. Если разобрать слово «цивилизация» по канонам древнерусского аббревиатурного и слогового письма, мы получим следующее. «Ци» – это энергия, «вили» – поток разъединения, «за» – последовательность или местоположение. Таким образом, получается, что цивилизация «ци», «вили», «за ци» – это разъединенная первичная энергия. Культура – понятие глубинное и функциональное. Она рождает многообразие, предполагает неравенство и неповторимость личностей. А цивилизация стремится к равенству, стандарту и унификации. Культура являет собой духовную и материальную цельность. Цивилизация же исключительно материальна. Целью и направлением образования уже является не достижение каких-то способностей, а именно натаскивание, что ли, на предмет будущей деятельности. То есть в области маркетинга, в области менеджмента, в области экономики совершенно другие подходы сейчас. И подход состоит в том, чтобы иметь больше денег или продать больше товаров. Вот чему сейчас в основном учат, допустим, в учебных заведениях экономических. То есть это совсем другая система ценностей, совсем другие цели. И это вызывает вот эти вот в людях и в тех, кто учится, и которые потом будут работать, вот элементы стяжательства, элементы какого-то такого наглого продвижения своих товаров или навязывания своих каких-то условий игры, условий там работы. Вот. И это принимает такие формы, ну, совершенно бесчеловечные. Когда люди, например, не имеют защищенности, работники, естественно, они не заинтересованы ни в обучении, ни в образовании, ни в развитии своих способностей. Они заинтересованы в том, чтобы проявлять другие качества человеческие, не развиваться, а как-то сохранить свое место, как-то продвинуться с помощью других методов, не за счет знаний, не за счет своей образованности, не за счет своих каких-то человеческих качеств. Человек живет одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И в этом многомерном мире мы все связаны воедино. Если мы не знаем своих истоков, мы попадаем в беспорядочный мир иллюзий, некоего сновидения, где наблюдается деформация человеческой этики. А это неизбежно ведет к общей деградации. Чтобы стать человеком, недостаточно регулярно есть, спать и уметь звонить по телефону. Человек – это тот, кто восстановил свою родовую память и идет по пути эволюционного роста. Славянский мир не всегда находился в таком разобщенном состоянии, как теперь. Много тысячелетий назад это была цельная, процветающая культура планеты. Похоже, где-то на своем пути мы столкнулись с чуждыми нам идеями и до сих пор пытаемся строить свое будущее на основе чужих ценностей. Ученые рекомендуют, если вы, читая книгу, перестали понимать смысл написанного, нужно вернуться к моменту, когда все было ясно. Как раз на границе ясности и замешательства будет лежать слово, значение которого не было понято или понято неверно. Нужно взять словарь, прояснить это слово
и повествование вновь становится ясным. Если воспользоваться этой рекомендацией и применить ее к истории славяно-арийских народов, можно обнаружить, когда и по каким причинам раса, или, как говорят на Западе, раша, была разделена на множество отдельных славянских государств. Зная правильную причину проблемы, можно разрешить саму проблему. История славяно-ариев, это, будем говорить, есть понятие раса, рода асов, страны асов. Это старая древняя аббревиатура. Поэтому они все принадлежали к белым народам, поэтому и в латынь табула раса переводится как белый чистый лист. То есть раса означает белые. И вот два рода, их принято называть славянскими, это святорусы и рассены, ну, этрусский термин. Да, да. И арийскими считаются доарийцы и харийцы. То есть разница между ними была только в цвете глаз. У доарийцев серебряные глаза, или, как сейчас говорят, серо-остальные. У харийцев зеленые. У святорусов озерные, то есть голубые, небесные. Да. А у рассенов огненные, или, как сейчас говорят, стремящиеся к ариям, то есть к арии. Только и всего. Это одна единая культура была. То есть многие, допустим, представители средств массовой информации и даже некоторые ученые ошибочно называют нас язычники. Да-да-да. Но это слово появилось во времена христианизации. Это так, очень важно, потому что сегодня другое понимание есть. Да, язычник, это принесли христиане. Так же, как и поганин, то есть латинское слово. Погани, то есть идущие по другому пути жизненному, дословно. То есть это вошло в латынь с рассенского языка, или, как говорят сейчас, с языка этрусков. Поэтому в латыни говорится, этрусское не читается и не переводится. То есть взяли и язык запретили. И здесь же язык, одна из форм, то есть смотря через какую буквицу написано, есть такая форма «народ». Язык. Представитель народа – языче. А представитель чуждого народа с иным языком, верованием и культурой будет языче никакой, или сокращенно язычник. Поэтому, когда нам приходят и говорят, вы язычники, я говорю, нет. Мы не можем быть сами себе иноверцами и инородцами. Мы хранители и продолжатели старой веры наших предков. Испокон веков раса, то есть роды ассов, страны ассов, оберегали культуру своих народов как самую великую ценность. Ас, согласно славяно-арийским летописям, это воплощенный на земле бог или совершенный человек. Только родная культура способна эффективно поддерживать его изначально высокое духовное состояние и эволюционный рост поколений. Стоит лишний раз заметить, что культура – это не только балет, живопись или коллекционирование марок. Это еще и цельная, высокоорганизованная, функциональная система единого общественного организма. Смешивание культурных систем, как и разных групп крови, неизбежно приводит к системным конфликтам и культурному вырождению. Именно это мы давно наблюдаем в так называемых высокоцивилизованных странах. Вот интересная статистика, собранная департаментами полиции и народного образования в городе Фуллертоне, штат Калифорния, США. Основные проблемы в школе в 1940 году. Ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, одеваются не по правилам, ссорят в классах. Основные проблемы в школе в 1998 году. Употребление наркотиков, употребление алкоголя, беременности, самоубийство, изнасилование, ограбление, избиение. Комментарий, как говорится, излишний. Ни колбаса, ни сало, ни мобильные телефоны, а воспроизводство собственной культуры. Это и есть самая великая национальная идея любого народа. А человек, как вид млекопитающего, пусть продолжает обезьянничать под наблюдением популярного ученого Чарльза Дарвина. То, что мы сейчас называем словом «закон»,
наши славянские предки именовали словом «покон», то есть «следование кону». Во многих современных словах до сих пор присутствует этот древний базовый корень. Кон есть незыблемое обязательное правило, эталон. Если мы говорим «за кон», получается то, что находится вне кона. Выше законов существовали каноны, вот, которые передавались не путем издания каких-то документов, а путем утверждения в обществе традиций, закрепляемых просто нерушимым совершенно способом, через поколение переходящим. И выше канонов, видимо, были какие-то еще более строгие правила, которые распространялись вообще на деятельность не только людей, но и богов. Можно говорить о том, что законы эти стоит познать и как-то посмотреть, как они складываются с современной картиной мира. То есть мир на самом деле состоит из множества элементов, множества государств, множества людей, множества целей, множества ограничений. Вот. И в этой игре сейчас нет порядка. Давайте рассмотрим еще одно слово, которое мы в последнее время употребляем особенно часто. Демократия. Это составное слово греческого происхождения и в словарях толкуется как политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан. Демос – народ, кратос – власть. Но ведь демос в греческом языке буквально означает «свободные граждане, имеющие рабов». А народ – это охлос, толпа и рабы. Нам известно уничижительное слово «охламон». Охлос в демократической Греции права голоса не имел. В средствах массовой информации проповедуется демократия как, в принципе, несовершенная форма правления, но лучшая из всех других форм власти. А у Платона демократия стоит на последнем месте перед тиранией. Так почему ныне популярный на Западе политический строй называется демократия, если у них нет рабов и голос образованного ученого равен голосу безграмотной проститутки? Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать, чушь! Дядя Уэф, дядя Би, вас там так встретят? Нет, геноцвали! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. То, что присутствует в словарях сейчас, оно является, ну, таким, ну, грубо говоря, винегретом из нескольких реформ и из нескольких нашествий иноязычных терминов. Например, языки богослужебных книг, вот католические, например, они внедрялись насильно, огнем и мечом. И став сначала языком для богослужения, они потом становились языком политики, потом они становились языком государства, и потом они становились языком международного общения. Вот, то есть латынь, переходя и замещая предыдущие языки, вытеснила древние языки, которые в Европе употреблялись до 16 века. Вот, в частности, ну вот Польшу взять, например, внедрили латинскую графику, и язык стал другим. Это кто-то сделал. И можно легко посмотреть историю и определить, кто и когда это сделал. Это просто не обсуждается, но это очень просто обнаружить. Замена власти всегда преследовала цель замену идеологии. И при замене идеологии, естественно, уничтожались всегда, когда это происходило, замена, всегда уничтожались не только носители прежних взглядов, но и источники этих знаний.
Не удалось вот этим фанатикам религиозным все-таки так зачистить данные и историю человеческую, чтобы нельзя было найти концы. То есть вот, например, реформа письменности, предпринятая во времена Кирилла и Мефодия, на самом деле по летописям все-таки письменность уже существовала у славян, и это подтверждено неоднократно разными источниками, и учеными, и писателями сейчас указывается на это. И в прежние века это подтверждалось и Ломоносовым, и Екатериной, и Татищевым. Об этом вот Гриневич в своем фильме говорит, указывает это на письменные источники реальные, которые есть. То есть Кирилл с Мефодием фактически были обучены тем самым русином, а русин – это название, видимо, какого-то ведуна или волхва, или знатока. Вот известно, что народ русинов до сих пор живет в Закарпатье и отчасти в Болгарии. То есть это одно из племен славянских, которое имело в прежние века большее распространение. Необходимо отметить, что Кирилл и Мефодий на самом деле создавали не славянскую письменность. Они создавали церковно-славянскую азбуку для инородной на земле русов христианской церкви. Письмо – это единая система образов, или правила игры, или матрица смыслов во взаимосвязи, как нечто цельное. И оно неправильно работает только в одном случае, если есть подмена. И неважно, санскрит это или компьютерный язык Java, при внесении вируса любой станет, простите, глючить. Если не злой умысел, то вопиющее невежество людей чужой культуры спровоцировало деформацию базовых образов русского языка и отразилось на духовном состоянии всех последующих поколений. Видимо, те, кто занимается этим, в общем-то, они, мягко говоря, плевали на Екатерину и на Ломоносова. Им до этих сведений, в общем-то, как-то им неинтересны сведения эти. Я вот знаю, в Московском университете профессор, я сейчас его ошибусь, Бернштейн, извиняюсь, я точно не помню, он читал в течение 10 лет курс, значит, по поводу славянской письменности. Очень много у него о Кирилле Мефодии рассказывает. Так у него там четко, я сейчас не помню страницу, но в книге я об этом пишу, он четко сказал, что до Кирилла и Мефодия не было и не могло существовать у славян никакой письменности. Этот человек преподавал в университете, его слушали на протяжении 10 лет там огромное количество студентов, которые потом выходили в жизнь, которые вслед за учителем повторяли то же самое. Они просто, никто не хотел этим заниматься. Очень уж это скользкая такая тема. Привет, ребята. Можно вопросик к вам? Да. Что слышали про Кирилла и Мефодия? Про Кирилла и Мефодия? Кирилл и Мефодий. Вот я, правда, не помню, кто они были точно. Они сделали славянам Библию. Да, они были из Византии. Монахами, что ли? Да-да-да. Алфавит вообще-то, по-моему. Но они сделали алфавит, чтобы дать славянам Библию. В частности, вот я не помню, с кем они точно контачили, но в итоге сделали. Кирилл и Мефодий, грубо говоря, это были два очень образованных для своего времени монаха, которые...
импортировали свою веру, просвещали. Ну, вот это как и для любой церкви в то время было свойственно просвещение. И они были одними из них, просто наиболее известными. А Кирилл и Мефодий? Да. Мы слушали, что это очень давние старинные летописцы. Понятно. А что они такого сделали? Они азбуку сочинили. Понятно, понятно. А скажите, а до Кирилла на Руси не было грамоты? Была, но они ее усовершенствовали. А зачем понадобилось менять? Менять понадобилось? Ну, я думаю, что это по воле Божьей было сделано. Что слышали про Кирилла и Мефодия? Кирилл и Мефодий? Святые, которые алфавит придумали. Да. А скажите, до Кирилла и Мефодия у нас не было алфавита? Нет. До Кирилла и Мефодия? А нет, был. Был. Может, какой-то, это самый знаменитый вроде. Был. А до них у нас не было письменности? Можно сказать, что у нас не было письменности. Что вы слышали про Кирилла и Мефодия? Ну, что это создатели азбуки. Понятно. А на Руси до них была азбука? Нет. А это люди, которые открыли письменность. Понятно. А до них на Руси не было письменности? Примитивная была, но примитивная. Что вы слышали о Кирилле и Мефодии? Это такая есть библиотека электронная на компьютере. Ясно, спасибо. А я не читаю литературу. Ничего. Что вы слышали про Кирилла и Мефодия? Ничего. Ничего не слышал. Не интересуюсь. Понятно. Да. Что вы слышали о Кирилле и Мефодии? Ничего. Вообще никогда не слышали? Вообще. Где это? На кто это? А про азбуку слышали что-нибудь? Да. А кириллица? Да. Ну так это они. Да? Ну, если только так. Хорошо, спасибо. А про азбуку слышали от Кирилла и Мефодия? Даже не слышала, представьте себе. Девочки, а скажите, пожалуйста, что вы слышали о Кирилле и Мефодии? Ничего. Не знаю, кто это такой. Что, серьезно, не знаете? Нет. Ну, Кирилл и Мефодий, они кто? Не знаю. Какие-то, наверное, какие-то известные там, наверное. Известные. Про Кирилла и Мефодия? Да. Кирилл и человек. А что он сделал такое? Окей. Не помню, честно. Вообще, ну, никак не ассоциируется. Кирилл и Мефодий, не два правда. Они ведь вроде как азбуку сделали. Да, точно. Да. Первопосланники Божьи на славянские земли. Вот так, да? С грамотой. А до них что, мы были безграмотные, что ли? Ну, конечно, безграмотные были. Откуда вы знаете? Алфавита нет. Чего? Если алфавита нет, какой может быть грамотный, если их крест ставили? Откуда вы знаете, что нет алфавита? Ну, не было же алфавита. Откуда узнали? Ну, откуда? В школе узнал. Откуда вы это знаете? Ну, с оконкой. Раз как источник. Среднешкольное образование. В школе. Со школы. А откуда вы это знаете? По-моему, со школы я читательно читала. Постоянно проходило обрезание русского языка. То есть Кирилл и Мефодий взяли древнеславянскую буквицу, в которой было 49 буквиц. 5 букв выбросили, потому что не было в греческом языке таких звуков. А для 4 дали греческие названия. Ярослав Мудрый убрал еще одну букву, осталось 43. Петр I сократил до 38, Николай II до 35, господин Луначарский до 31 буквы. Это означает, сузилось сознание и образность. Так, а Луначарский и образы убрал, он ввел вместо образов фонемы, и язык стал безобразный, то есть безобразный. Прекрасно. То есть поэтому сейчас вот дети и говорят, и непонятно, что они говорят. Они не знают правил слова образования. И заметьте, и вот на этом безобразном языке многие поколения филологов, лингвистов выросли. Поэтому им трудно. Как читаю, так и перевожу. Но это же не так. Да. Допустим, та же летопись о хождении народа к царю Ивану. Когда он ушел в монастырь, и к нему вернулись... Пришел народ с разных городов и деревень. И есть там такая строчка.
КЛМ стоит на ним, над ним рецитное титло, не рцититло, как путают, а рецит. И потом, КЛМ возвращаться на престол, али нет, царь к народу обратился. Перевели Коломна, возвращаться на престол, али нет. Ну, КЛМ, созвучно с Коломной? Нет. Но там же много районов. А надо было рецит прочитать. По образам каждой буквицы. Како люди мыслите. Как мыслите, да. То есть вот что царь спрашивал, а не обращался к Коломне. То есть вот это вот незнание, путаница, подмена. Иногда говорят, ну вы же крамольники, крамолу несете. Я говорю, обязательно. Наоборот. Конечно, мы крамольники. Крамольник – это кра к чистому сиянию, к солнцу, обращающий свою молвь. Глубоко как. Да. Славяне никому не поклонялись. Угу. Славяне почитали солнце, почитали своих предков, почитали и уважали природу. Ведь есть род, что при нем есть природа. Природа, природе существующая. Да, существующая в гармонии с природой. Изначально язык расы существовал на основе четырех основных и двух вспомогательных видов письменности. Это даорийские атираги, передающие многомерные величины и многообразные руны. Часть этих символов легла в основу криптограмм критомикенской культуры, а также иероглифического письма Древнего Египта, Междуречья, Китая, Кореи и Японии. Это харийская коруна, союз из 256 рун. Это жреческое письмо легло в основу древнего санскрита Деванагари, и использовалась жрецами Индии и Тибета. Деванагари буквально означает «дева на горе», «возвышении». Специально обученные индийские танцовщицы посредством языка пластики помогали жрецам доносить до населения ведические тексты. Это рассенские молвицы или этрусское письмо тех же славян и ариев, населявших в древние времена Италию. Это письмо легло в основу древнего финикийского алфавита. Это самое распространенное в древности святорусское письмо или буквица с разными шрифтами, которое легло в основу многих европейских языков, в том числе и английского. Это глаголица или торговое письмо, которое использовалось для оформления сделок и торговых договоров. Это, наконец, черты и резы, от слов «чертить и резать». Его еще называли берестяным письмом. Оно было простым и повсеместно использовалось для бытовых записей и сообщений. Язык был один, русский, а вот способов записи было множество. Ввиду того, что даже количество букв разное в азбуках и в языках, можно говорить о том, что вот эти образные понятия порой не переводятся на иностранные языки. Вот эти сказочные сюжеты, вот мне приходилось общаться с иностранцами, они порой не понимают не только юмора нашего, они не понимают наших сказок, они не понимают наших фильмов. У них другие понятия. Ну, в английском языке нет понятия «совесть». Оно объединено с каким-то другим понятием. Вот, но чистого понятия «совесть» нет. Если нет совести, то и нет понятия. И если нет понятия, то и нет вообще проблемы с этим. Если нет проблемы, и, значит, и совести нету, да? Если об этом не говорится, и нет специального слова для этого, значит, тогда что? Тогда можно говорить об этих людях, да, которые не имеют этих понятий.
недавняя публикация исследований знаменитого японского ученого и целителя Масару Эмото произвела в научном мире нешуточное потрясение. Он показал, что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции. Форма кристаллов льда, образующихся при замерзании воды, не только зависит от ее чистоты, но и изменяется в зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку, какие ей показывают изображения и произносят слова. Эти кристаллы образовались под воздействием слов «ты хороший». А это получилось под воздействием слов «ты плохой». Так выглядит замороженная водопроводная вода. А вот так вода отзывается на произнесение слова «спасибо» на разных языках. Эксперименты проводились с разными задачами многократно и тщательным образом. Результаты были всегда одни и те же. Но вот что интересно. Масару Эмото опубликовал свое открытие в 1999 году. А русские сказки о живой и мертвой воде отсылают нас на много тысячелетий назад, когда любая бабушка была способна управлять этим морфорезонансным процессом в перерыве между утренней и вечерней дойкой. Живая вода на Руси именовалась пева. Готовили ее из вод семи чистых источников и пели над ней соответствующие гимны. Ведь то, что мы представляем себе в наших мыслях, становится частью нашего мира. Человек – это единственное существо, которое обладает потенциальной возможностью резонировать со всеми остальными созданиями и предметами, находящимися в природе. Мы можем разговаривать со всем, что только есть во Вселенной. Но эта способность восстанавливается при наличии совести или, если хотите, со-знания. Для того, чтобы достичь последней ступеньки лестницы, нужно обязательно пройти те, которые ниже. Кто-то способен выбрать в себя уровень знаний, соответствующий 5 ступенькам, кто-то 10 ступенькам, а кто-то способен 150 ступенькам, а кто-то выходит именно уже за эти измерения. Те, кто осваивает, они и выделяются в личность, в индивидуальность, в гении. И вот здесь вот, конечно, Пушкин удивительно тонко. Я вспоминаю его «Моцарт и Сальери», помните? «Ремесло я поставил подножием искусству». А что такое искусство? Это способность человека уже лично, независимо от каких-либо других суждений, иметь свои представления, творить и предлагать свое собственное видение. И утверждать его. И быть принимаемым. Где-то во время обучения в лицее, когда ему было около 13 лет, к нему пришел старец с севера. И в аллее царско-сельского лицея имел с ним несколько бесед. Пуще всего на свете Пушкин хранил вот те книги древние, которые ему тогда достались. И он отмечает даже в стихах о том, что он очень дорожит Сафьяновой тетрадью. Вероятно, тогда он получил какое-то посвящение от этого старца, волхва, носителя знаний каких-то. Старец обучил его пониманию древних текстов и, вероятно, дал ему какие-то знания, которые мы сейчас не можем оценить. Вот эти образы – это переходящие понятия, соответствующие базовым понятиям вообще языка и базовым понятиям человеческих ценностей. Я бы даже вот мог говорить о тех 108 богах славян. Каждому богу соответствует какая-то волна, какая-то характеристика, какое-то число, какой-то ритм
Это просто основные понятия закодированы в виде образов. В сказках, в преданиях или в элементах старых верований скрыт такой смысл, который нам еще предстоит познать, использовать для улучшения просто жизни людей. Язык – это алгоритмизированная система, которая является устойчивым и, пожалуй, единственным надежным хранителем информации. Поэтому гуманитарное знание, основой которых является знание языка, это карта жизни, с помощью которой мы можем достигать своих целей в гармонии с миром. Вот почему так важно добраться до чистых истоков и убрать чужеродное нагромождение, скрывающее базовые основы словообразования. Для этого не годятся модные и поверхностные западные технологии. У нас есть свои, завещанные предками и куда более эффективные. Эти знания мы не найдем в истории. Этими знаниями богато наследие славяно-арийских родов, и они начинают открываться через самый древний язык планеты – язык расы. Я вернулся, проехав немного, немало. Видел я на весах жизни радость и грусть, но свободы и веры во мне разверсталась покаянная, нежная, светлая Русь. А над нею весна, а над нею рассветы, а над нею цветут заливные луга. Ее вознесенная стать над планетой, пробужденной живинке земли дорога. Человеку свое, а свое ти бывает, счастьем деток своих молодится житё. Иисус свет тропятки Божьей лаской кранает, как мой любый народ не познал забытья. А родима моя променее меж зора, усу свете творального счастья разлил. И спевая душа, и спевая простора, и на хвалях весны белый ветрось земли. Песня сердца живе, рідна пісня злітає, повертається сила людської краси, і людина не плаче, людина співає, і у радості грає на струнах весни. Повернувся, бо сонце на вік повертає, повертає на вічність дороги Русі, повертає до Бога, до рідного краю, повертає до Божої радості всі. Я вернулся, проехав немного, немало. Видел я на весах жизни радость и грусть, но свобода и веры во мне разверсталась покаянная, нежная, светлая Русь. Но свобода и вера
во мне разверсталась покаянная нежная свет.